Так, производитель, бла-бла-бла. Так. Профессиональное средство для быстрой и эффективной очистки кожи рук от традиционной и глубоко въевшихся загрязнений. Мягко и эффективно очищает кожу без абразивных воздействий на нее. Не оставляет ощущения маслянистости после устранения. Удаляет смолы, масла, гудрон, проникающие чернила, эпоксидные смолы, краску, ну, клей, герметики. Тщательно разотрите на руки небольшое количество крема. Вытрите ветошью, при необходимости ополосните руки водой. Ну, то есть для очистки рук сухой. Вот такая вот штука. Опять же, из Ашана. Попробуем протестить. Так. Глубоко въевшиеся. Ух ты. Какая интересная консистенция. Так. Так, тут какой-то масел, силка. Так. Ну, вот. Что получается. Ну, в принципе, да. Довольно-таки неплохо. Очищает. Лучше, чем каждодневная. Но и стоит дороже, 96 рублей все-таки. Так, ну, к сожалению, маслянистость осталась, но это, наверное, после первого применения данного вещества. Так, ну, в принципе, маслянистость можно убрать, смыв ее. Но, тем не менее, очищает достойно. Запах, конечно, присутствует. Ну что, пойдем смывать. А так, в принципе, в машину самое то. Все-таки. Ну и подытожить все это дело можно полотежкой. Так. Да. Маслянистость обычной салфеткой легко убирается. Ну, остальное можно смыть. Я думаю, нормально.